Внимание на старт. Дан старт 4-го заезда. Открытый приз для лошадей 3 лет рысистых пород. Бег со старта повела Гейли, тут же Разлюли и Новатор Лок. Бег повел Новатор Лок. Тут же Гейли, на третьем месте Разлюли. Далее Жарпей и замыкает Ради. В таком порядке участники заезда подходят к отметке первой четверти дистанции. За 31,9 секунды пройдена первая четверть дистанции. Участники заезда проходят перед трибунами. Впереди Новатор Лок под управлением Анатолия Панина. На втором месте третий номер Гейли. И далее с просветом Жарпей и Разлюли. Отстал Ради. А бег ведет по-прежнему Новатор Лок. Подходит к отметке второй четверти дистанции. За 31,9 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Бег по-прежнему ведет Новатор Лок. На втором месте Гейли. Далее с просветом Жарпей, Разлюли и отстал Ради. А бег ведет Новатор Лок. Пытается навязать борьбу ему Гейли под управлением Руслана Кавыева. Далее с просветом Жарпей, Разлюли. В таком порядке участники проходят третью четверть дистанции. За 32,9 секунды пройдена третья четверть дистанции. Пошли в борьбе Новатор и Гейли. Выходят на финишную прямую 4-го заезда открытого приза для лошадей 3 лет. Участники 4-го заезда на финишной прямой. В борьбе Гейли, Новатор Лок. Новатор Лок под управлением Анатолия Панина и Гейли под управлением Руслана Кавыева. В борьбе на финише 4-го заезда выигрывает третий номер Гейли. Финиширует Новатор Лок. Далее Жарпей, Разлюли и заканчивает дистанцию Ради.